Нет расизму и нацистским флагам, друзья! Ровно через 2 часа начнется решающий матч между Украиной и Польшей. Если наша футбольная команда выиграет, то мы гарантированно продолжаем борьбу за путевку на чемпионат мира в Бразилию. Ну, помните эту страну, там, где много диких обезьян? Україно! Наші вболівальники сьогодні обіцяли не копіювати мавп. У Львові вже відірвалося, пам'ятаєте? Тепер стільки на кону, що наша Наталя Білокудря вирішила сама проконтролювати, з яким настроєм підуть фанати на стадіон. Давай подивимось. Харьков с утра на ушах. Фанаты говорят, это даже более судьбоносный поединок, чем Украина-Англия. И чтобы наши могли попасть на чемпионат мира в Бразилию, мало победить на поле, надо, чтобы и на трибунах был порядок. Никакого национализма, расизма и горящих фаеров. Ну, я думаю, сегодня будет все очень хорошо. Мы очень прекрасно провели время в экспрессе с польскими болельщиками. Никакого конфликта. Единственное, что они говорят, что, возможно, будут какие-то инциденты со стороны московского «Спартака». Мой прогноз – поляки сказали, что мы сегодня выиграем. 3-1 или 3-0. Наша Польша играет! Эй, Польша играет! Украина! Украина! Украине удалось лишь отложить санкции ФИФА за поведение ультраправых фанатов на Львовской арене. Поэтому любое нарушение на стадионе грозит дисквалификацией и Харькову, и всей Украине. Ребята, а может не надо? Харьковские ультрас меня успокоили. Провокаций не будет. Так, мелкие шалости. Все, что запрещено, мы не используем. Мы против нацизма, расизма, фашизма. Но мы за патриотизм. Мы патриоты своей страны, своих клубов. Мы за них будем болеть, поддерживать сборную. Но вы будете как-то выпускать пар перед игрой? Да, перед игрой будет небольшое шествие. Может, за пределами стадиона что-то даже подпалим. Ну, как бы, в виде поддержки, в виде мобилизации, чтобы такой настрой придать фанатам. Но на стадионе мы нарушать законы и какие-то запреты мы не будем. Как мне рассказали знающие люди, сегодняшний матч будут рассматривать под микроскопом и ФАРЕ, и ФИФА. Вокруг стадиона беспрецедентные меры безопасности. Видите, даже металлическое ограждение поставили. Зрители просят приходить на матч заранее. Их ждет тройной контроль и личный досмотр. Поэтому мой вам совет – не берите на игру ничего, кроме национальной символики. Меня поразил боевой настрой болельщиков из Крыма. Ехали всю ночь, привезли целый рюкзак, экипировки и флаг. О, я здесь уже лет 25 не был. Последний раз был. Приехал только за футбол. В Киев ездил на футбол, на Евро ездил. Был в Одессе, был тоже отборочный чемпионат. Как ты думаешь, кто выиграет? Наши, конечно же. Если полякам даже Сан-Марино забило, то у нас есть огромный шанс. Шанс попасть на чемпионат мира выпадает раз в 4 года. Я думаю, что у нашей сборной есть все, чтобы добиться успеха. Поэтому Украина, вперед!